Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С 20 июня начала работать новая система взыскания долгов с неплательщиков штрафов ГИБДД. В поле ее зрения автоматически попадут граждане, которые в течение 2 месяца не погасят взыскание. Исполнительное производство будет открыто в срок от 1 до 3 дней. Далее система запросит у операторов телефонный номер должника, звонить по которому будет робот. Следующий этап – поиск и арест банковских счетов неплательщика. Необходимая сумма спишется с них также в автоматическом режиме, после чего предусмотренные законом ограничения должны быть сняты. Трасса 101. МВД до конца этого года обещает значительно повысить качество работы по поиску угнанных автомобилей. Все благодаря новой системе «Паутинок», к которой уже подключились большинство субъектов. Смысл в том, что она получает и обрабатывает информацию с дорожных камер, установленных в любом регионе. Правда, проблемной территорией может оказаться Чукотка, потому как там комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД отсутствуют. Трасса 101. В России начали переодевать инспекторов ДПС. Новую форму, по информации издания «Автоньюз», уже получили дорожные полицейские в Казани, Краснодаре, Мурманске и других городах. Обмундирование отличается большим количеством светоотражающих элементов желтого цвета. Носить жилеты гаишникам теперь не обязательно. Рубашку заменила классическая белая футболка. Сверху легкая дышащая куртка с короткими рукавами и мягкими погонами, которые не требуется снимать перед стиркой. Трасса 101. В России чуть ли не в ежедневном режиме стали выдвигаться идеи, касающиеся водителей электросамокатов. Депутат Госдумы Сергей Бурлаков предложил устраивать для таких граждан что-то вроде мини-экзамена на знание ПДД. Проводиться он должен в госавтоинспекции. По словам парламентария, если человек не знает, как двигаться по пешеходному переходу в многолюдном месте, как следует выбирать скорость, то доступ к электрическому самокату для него должен быть закрыт. Если тестирование пройдено успешно, можно выдавать специальный документ, считает депутат. Трасса 101. Самой полезной функцией в автомобиле российские автовладельцы считают кондиционер. Опрос на соответствующую тему провел портал Automail.ru. Вторым по распространенности вариантом ответа оказался усилитель руля. Третье место досталось автоматической трансмиссии. Перечислили автомобилисты и опции, в которых они не особо нуждаются. В перечень вошли светодиодная оптика, виртуальная приборная панель, бесключевой доступ, беспроводная зарядка для смартфона. И в завершении новость от нашего партнера. С 30 мая по 30 июня на АЗС движение при покупке от 20 литров бензина «Ультра 92» через систему быстрых платежей действует скидка 2 рубля с каждого литра. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».